Я привез вам новых жильцов, французов. Скажи им, что я старшая по квартире. И то у нас здесь свои порядки. Я говорю по-русски. Спасибо. Это кто такие? Говорят, французы. Бонжур, Петров. Алексей. Это моя жена Мария, сын Сергей. Добро пожаловать. Вы к нам погостить приехали? Нет, мы приехали жить. А ваша жена по-русски говорит? Она научится. Если что, мы ей поможем. Саша, сходи за хлебом. Вот вам ключ от входной двери. Хочу сразу все объяснить, чтобы потом не было никаких недоразумений, особенно для нее. Вы ей переведите. Ну, пошли. В этой квартире живут 5 семей. Ваша 6-я. И в наших общих интересах соблюдать здесь порядок. 5 семей обид здесь. Il y a des règles à observer. Этот кухонный стол остался от предыдущих жильцов. Теперь он ваш. Cette table vient des locataires précédents. Elle est pour nous. Это ванная. Ванный день. Ну все, хватит. Быстро в комнату. В этот же день можно стирать белье. Voilà la salle de bain. Notre jour est le jeudi. Ce sera le jour pour la lessive. Никогда не забывайте гасить свет в уборной. Il ne faut jamais laisser la lumière dans les toilettes. Maman, ça te plaît ici? Qu'est-ce qui est le plus important pour un voyageur? C'est d'être fort et courageux. Bravo, mon garçon. Tu peux finir le lit, je reviens tout de suite.